Все, что могли, восстановили. Ну вот, утонула. Вот плита не работает, все она. Утонула полностью. Думали еще просушить, восстановить, но там все заржавело. Старая плита, но рабочая была. Телевизор вообще замкнула. У нас розетка была здесь низко. Вот получается. Где тут по полоскам видно, вот вода докуда была. И в розетке телевизор был, его замкнуло. Пылесос вот и машинку стиральную к дяде утащили. Может попробовать ее реанимировать. Я не знаю. А холодильник вы еще вытаскивали на улицу? Он вытащили, да, высушили. Хоть он работает. Но вот то, что сейчас мы без плиты живем. Хорошо, к родственникам ходим хоть поесть, потому что детей надо кормить. И тут недалеко. Вот все. Сырость, плесень, грибок. Вы пройдите. Там все равно. Все вздуло. Все порвалось. Так что могли хоть прибрали, чтобы дети, потому что приехали из деревни. Вы говорили, что живете в этом доме 3 года. С какой периодичностью такие вот у вас происшествия? И вообще, это первый самый год... серьезный был, да, потоп? Первый год мы сюда приехали, вот нас затопило, вот 3 года назад получается. В прошлом году не было ничего. Мы вот успевали как-то открывать все. Да, в этом году дождь какой-то был аномальный, за 2 волны. Ну вот выкачали 3 КАМАЗа. Посчитали, 3 КАМАЗа выкачали. Как долго вообще боролись? В этот раз вот каждый КАМАЗ получается 9 кубов. Вот 3 КАМАЗа выкачали, остатки мы уже качали маленькими насосами. Ну вот то, что вот уголок вот этот, стол вот этот, он все вот ножки, все разбухло. Потому что я элементарно не успела прийти просто с работы и хоть что-то вытащить. Потому что в дом я уже зашла, была уже вода. Вот чуть ниже колен. Как я еще вообще осталась жива? Электричество-то было включено. Ну, туда его током. Муж хорошо вовремя пришел, без свидания дошел. Вот и замкнуло все, телевизор. Плита же стояла в воде уже. Мне говорят, что у нас дом неправильный. Так, говорю, один мужчина около люков нам сказал, говорит, нефиг в таком доме жить. Не могу я жилье купить. Если бы ливневки работали нормально, не было же бы такого. Живут же люди годами в старых домах. Таких старых домов по городу, я не думаю, что только мой один дом такой.